Друзья, всем привет! Вы на канале Про Игрушки. Сегодня у нас на обзоре такой ЗИЛ. Это грузовая машина, которая очень распространена на постсоветском пространстве. Единственное, что это новая модель, ее внешний такой вариант. У нее резиновые колеса, сзади резиновая запасочка. Вот это из пластика, кузов, вот кабина из металла. Довольно прочная. Подойдет деткам, которые интересуются такой техникой грузовой, отчасти ретро, отчасти нет. Артикул я ее оставлю в описании, чтобы вы ее могли найти в интернете. Всем спасибо за просмотр, всем пока.